России 2 телеканала. Ну и. Я хотел вам несколько вопросов задать. Мне некогда это. Андрей, ну как некогда? Ну вот так меня ждут. Ну я же могу по пути задавать. Нет, мне некогда. Ну расскажите мне буквально два вопроса, Андрей. Лифт не работает. Лифты не работают, тем более. Ну хорошо, пойдем на другой. О, отлично. Андрей, ну. Пойдем на другом. Пойдем. Андрей, ну расскажите про ваше все-таки продолжающееся дело с Сатурном. Андрей, да. Расскажите все-таки, что у вас с Сатурном? Какое-то продолжение истории есть? Продолжение? Нету. Вы сейчас все в суде, все по поводу юридических вопросов? Ну, ладно, давай отойдем, поговорим. О, спасибо. Назойливый? Я не назойливый, я просто трепетно отношусь к работе и вас жду. 2 часа уже. Ну а я при чем? Я же не... Нет, я просто с ума сошел. А расскажите, пожалуйста, как у давай, вас... Давай, сотрешь то, что было, то, что ты снимал. Я расскажу. Я не могу сотереть. Ну тогда ладно. Андрей, ну... Все. Так если мы запишем интервью, оно... Его же поставят, интервью поставят.